Всем доброе утро, ребят. Мы начинаем наш влог. Влог у нас аккуратно. А мы снимаем спустя рабочую неделю. Сегодня выходной, суббота. Просто это первая неделя после выхода на работу. Было реально очень... Когда уже все вышли на работу, да? Было очень напряженный, очень бешеный. Было очень много дел, которые необходимо было переделать, и пришлось работать не только вечерами, но и днями. Ой-ой-ой-ой, как холодно. Сегодня у нас школа. Вот мы уже идем, и уже мы, по-моему, опаздываем. Да, Вероника? Не мамкой. Мне ж никак встать по утрам не можем нормально. Не 8 утра, вообще не 7 утра. Вот тут уже елочки выбрасывает. Не пол десятого. Замерз, давай скорее шевелись. Замерз нос, вот за 2 минуты. У нас уже который день, ребят, просто шикарнейшая погода на улице, морозы, снег. Это вообще просто изумительно, такая красота. Конечно, когда ветер, с таким морозом будет совсем не очень приятно, но все же, зима должна быть зимой. Это классно, это здорово. Ну, вылезай с сугробом, Ник. Ты сами с сугробом залезаешь? Давай скорее, 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 скорее опаздываем в школу. Так, ура, мы дома. Мы отзанимались, точнее, Вероника отзанималась. Я пока в это время подделала свои дела. Мне нужно было доехать одна женщина кое-что забрать. И все вовремя успела. У нас... Алло, часа дойдет. У Вероники 1.5. У нас завтрак. У детей омлет. Да, завтрак поздний, потому что папа наш еще спит. Теперь он отсыпается. Да, теперь он отсыпается. Папа наш еще спит. После двух рабочих дней, да, сегодня ему в ночь идти. Что хотел сказать-то, господи? А Владик во, занимается. У Владика репетитор. А что он не вечером? Ну, потому что днем, чтобы вечер был свободен, Лен. Да, он с нами пойдет. Вчера готовила на ужин перловую кашу, вот так она у меня выглядит. Сама я вечером не стала есть, а сегодня потом кушаю сегодня с утра. Вообще изумительно получилось, перловочка с лучком, с морковочкой мультиварки. И, конечно, есть у нас персонажи, которые не очень хорошо поели, потому что она любит покривляться, но в целом съели легкие. Нормально, съела, да? Ты съела все, я тебе ничего не сказала. Я их персонаж, который кривляю на вечно. Это не ем, это не буду, я это не хочу. Не все. Ну, половинку стала. Это плохо, Илья. К вам гости пришли. Ну чего пищи? Чарли, Чарли, иди ко мне. Чарли, иди ко мне. Я вас что-то снимаю. У меня тут дети соорудили. Чарли! Ну что ты кричишь? Упербутер? А Вероник? Ну а что ты подставляешь ему, Вероника? Ну ты же стоишь и в руках его держишь. Как ты ему отдала? Ой, вообще. Соорудили шалаш, сидят там играют, кушают. Свинья! Ну а что? Че, нельзя его бить? Прогоняйте и все. Чарли, ты слишком наглый стал. Вообще чересчур. Чарли, 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 Чарли. Смотрели? Смотрите, я вот не мешаю. И ты здесь, да, и ты здесь. Ладно, там шоркаться, Чарли. Искать это что? Сейчас заберу его. Не переживай, сейчас заберу. Так. Закрыто, Чарли. Наглый, наглый вообще. Пес просто наглый. Маленький наглый пес. А, у нас, блин, Вер, ты что, твоих волос нахваталось. А, Сергей ушел на работу в ночь. Совсем уже обнаглел, да? Я тут. Мы за тебя очень рады, что ты тут. А я начала убираться полдня. Тут пока перегладила, пока то, пока все, какие-то мелкие-мелкие дела такие. А сейчас всех выпроводила. Владик гуляет на улице. А я приступаю к уборке. Ребят. Мне надо как-то там пропылесосить и полы помыть. Знаете, как... Ну я аккуратненько, хорошо? Чтобы ничего не разрушить.
Ну вы же строили. Нет, я просто здесь пыль протирала. А потом все учебники, все разложить по местам, хорошо? Да. Договорились, ну, надеюсь. Вечером. Ребят, представляете, сейчас хотела пересадить цветы. Тут пару штучек мне нужно буквально пересадить. А у меня земля просто замерзла на балконе. Просто кусок вот вообще. Кусок льда такой печленьком там лежит. Она вся мерзлая. Какой-то кошмар. Что получается, сегодня цветы у меня отпадают в пересадке. Надо сейчас землю выставить, чтобы завтра она отошла немножко. Это вообще камень просто не продавить. Так, ребят, всем привет. Мы продолжаем наш влог, который мы начали снимать вчера и так не закончили, потому что я начала заниматься уборкой и просто реально потерялась, потому что мне нужно было за вечер убрать всю квартиру, даже причем не за вечер, а буквально за несколько часов. То есть я выгребала все комнаты, я убралась с кроватями, я убралась... Туалет, ванну полностью вычистила, даже вплоть до стен вчера, потому что на неделе мне сейчас особо этим некогда заниматься вообще уборкой, на неделе, дай бог, успеть хотя бы вот элементарно пропылесосить с этими чудовищами нашими, любимыми. Но чудовища я называю их в хорошем смысле слова, мы их очень сильно любим, да? Да? Да, Гердыч. Найдутся люди, которые могут к этому придраться, к словам чудовище. Да, Гердыч? А это правда чудовище какое-то. Да, Чарли? Тебя слишком везде много. Везде тебя слишком много. Илья сейчас с Сергеем собирается пройтись. Прогуляться, он скажет. Во-первых, надо кое-что и купить. Ну и плюс Илью надо выгулить. А то у него слишком много энергии долбит. Там не должно долбить. Вы опять строите свой шалаш вчерашний? Да, мам, ты же нам сказала своими руками. Да, я сказала своими руками. Ну, я сказала, что не нагораживайте. Так, ушел Сергей. Ого, блин, время уже без 23 почти. Ёлки-палки. Когда время пролетело? Вот тебе и выходные. Мы переместились на кухню. Я сейчас начинаю чистить картошку, ребят. И не только чистить, должно быть не только... Не знаю, пюрешку, наверное, делать, да, Илюш? Ой, Владик, да. Илюш. Пюрешку сделаю. И у нас сегодня хочу попробовать приготовить чипсы. Помимо... Ух, домашние, делать домашние чипсы. Насколько это получится, я пока понятия не представляю, честно. Но сейчас будем пробовать. Кипятится у меня чайник. Тоже нужно с лимонной кислотой сделать уже совсем там большой этот налет в чайнике. Так, будем пробовать, что у нас получится. Кстати, за окошком у нас идет опять снежок, и сегодня, к сожалению, без солнышка. Конечно, честно, вот, ребят, супер, классно, вообще, я очень довольна этой зимой. На вот этот промежуток времени погода просто классная. Жалко, что я на неделе не получается никуда вырваться, куда-то погулять, хоть покататься. Сегодня у нас тоже были планы другие, но пришлось их изменить в связи с сложившейся ситуацией. Но, как бы, тут кое-что утром нужно было срочно сделать по работе, и поэтому, увы, не получилось ходить погулять, хотя сначала собирались, но мы собирались именно с утра, то есть потому что вечером я работаю, и, соответственно, хотя погулять, опять же, горки сегодня вряд ли те будут, на которых мы были в тот раз, потому что снег идет. Что касается катка, дети особо на каток не рвались, поэтому, ну, вот я пошел проветрить мозги, скажем так. Владик, он сидеть не будет, крышка открыта. Не надо, я сейчас сам выливать его буду, Владик. Так, ну что, ребят, у меня готовились ребра. Покупала на рынке недавно мясо, мы закупались на советском у нас. И купила очень хорошие ребра, они прямо очень-очень мясные. Не знаю, сколько это еще видно, но просто обалденно. Я ставила на супчик ребер, брали свиные и говяжьи. Вот в данном случае у меня свиные ребра. Сейчас я буду запекать, добавила сюда немножко паприки, немножко хмели-сунели, черного чуть-чуть перца и соль. Так, ничего больше добавлять сюда лишнего не буду. Сейчас это все в духовку. Также у меня варится бульон на суп и поначищенная картошка. Не знаю, что это у меня получилось такое, вообще с чем это едят. Я их посолила, я их обжарила хорошо.
Сережа говорит, попробуй сделай, блин, попробовать на вкус, что у меня получилось. Ай, а ты... Блин, вы знаете, вполне съедобно, на самом деле, вполне съедобно. То есть, если надо подсушить еще немножко получше, наверное, еще немножко подсушу. Но я думала, что будет хуже. Честно. То есть, наверное, я сейчас еще немножко подсушу их и выложу на эту салфетку, чтобы пошло лишнее масло. Я не так много не добавляла. Ну, ничего так. Интересно даже. Как все это заворачиваю и отправляю в духовку. Сейчас. Сейчас. Пришел Сергей с Сережкой. Вкусно? Ну, правда, вкусно получилось, сама не ожидала, что так получится. А вот, о, сушеная вообще это чисто. Я подсушила еще их немножко, да. Это все лишь чарт, не пугайся, вот Вероника. Вот это вообще патрон. Это, да. Прыскать. Блин, а вкусно, почему так никогда не делали? Почему столько чисток выкидываем в мусорку? Давно правильно согреваем. Я еще добавила немножко паприки. Чувствуется паприка. Обалдеть просто. Ну, если у нас есть Илья, то это вообще за грани фантастики. Лейсовый мальчик, который почитает лейсы. Я хотела снять это в Инстаграм, но я не успела немножко. Потому что их просто смели, ребята, на самом деле, я даже не ожидала. Настолько вкусно. Иди, или ты сейчас покушаешь? Да, поешь. Поешь и ложись, полежи немножко. Сергей у нас сейчас пошел немножко по другому графику, но потому что там человек уходит и ушел, и, короче. Нет, это человек. Да, нету человека. Получают. И получается, что теперь то он работал день, две ночи, теперь он работает 2 дня, ночь, завтра в день. Ну да. Не, ну тоже ты ночью был, хотя бы 2 дня был дома, пускай я спал, ну хоть до дома был, тебя вообще эти 2 дня дома нету полностью. Как уходишь 6, приходишь 9:30 домой. Попросили по этому графику работать. Пока, да, до конца месяца. Так, все, у меня доваривается суп. Сейчас мы... Скоро. Да, скоро у Сергея отпуск в Боке, и он даже будет дома, представляете, то потому что завод закрывается. Потому что на 2 недели закрывается завод. Будут, что там, короче, делать? Модернизация. Ну да, как-то так. Так, не жалко. Будут еще больше работы. Еще больше работы, еще больше. Кормить людей. Угу, мираторг кормить людей, да. Ну да. Так, ладно. Ты ешь? Ем, а я что? Что-то против сказала? Нет, нет. Ем, и очень много продукции мне на самом деле нравится. Далеко, конечно, не все, но есть далеко и неплохое на самом деле продукция. Какая красота, ребята, вообще как классно. Снежок под ногами хрустит, идешь просто... Ау, класс какой! Кстати, тут плохо видно, я все купила... Уги, у них очень без каблучков, без всего, у них очень удобно, не скользко, легко одевать. Ой, какая красота бегает, какая красота по снежку. Сейчас Ларик попозже тоже нашу увидит большую. У меня сегодня у Вероники занятия, но сейчас попозже их Женя приведет на занятия. И свою девочку, и Веронику, и Илья с нами просится за компанию. Естественно, блин, снег, снежок. Кстати, я говорю, вот на этой неделе очень неудобно поворачивать камеру на себя. У нас было очень много, у меня было очень много работы. Вообще вся неделя просто настолько загружена. Так, здесь, наверное, будет мне лучше видно. У нас должны были в феврале быть соревнования в Смоленске, но мы готовили только одну группу. Это группу старшие, ребят, и да, именно мы, не то, что там тренер, да, вот именно я и тренер, потому что занимаемся с девочками вплотную, и с ними также занимаюсь именно и я.
поэтому не только сижу на попе ровно, как многие там думают, которые писали, какая у вас творческая работа. Именно творческая работа. Блин, я забыла перчатки, елки, палки. Рука отмерзла. Но буквально во вторник на этой неделе меня ошарашила наша хозяйка. Она сказала: «Тань, ничего не знаю. Вести нужно две группы». И вторая группа, естественно, та, которая занимается Вероника моя. Я была просто... Я говорю: «Как так? Как?» Я говорю: «Ты же понимаешь, что у нас еще не готов танец. Как хотите, так и доготавливайте». Это, конечно, был шок, честно говорю. Потом... Ай-яй-яй! Моя рука. Потому что мы вели еще дополнительное занятие по средам. Только трясется сильно камера. Из-за того, что мы просто... не успеваем подготовиться. Ну и плюс ко всему, что теперь еще одна поездка у нас впереди. В общем, у меня с Вероникой. Так. Ладно, все, бегу. Бегу на работу. Ты пришел чай попить? Ну-ну, нормально. Что там такое теплое? Ну, выкинь. Что ты, набегался, напрыгался в зале? Девочки репетируют? Замечательно и хорошо. Так, закрой дверочку, Илюш. Родители сидят. Хотелось бы ответить на ваш вопрос по поводу Владика футбола, потому что он стал часто задаваемым. Почему мы показываем только... Ну, бери ты, бери. Почему мы показываем только Илюшу? Почему мы показываем только Илюшу на выступление? Да, Илья? Вкусно тебе? Кушай, кушай. Вопрос заключается в том, все очень легко и просто, так как у Илюши это все-таки не все-таки это коммерческая организация, то есть там немножечко все попроще из-за ковида. У Владика это городская администрация, то есть да, Динамо, и соответственно там все намного сложнее с ковидом. То есть тренировки у них проходят в штатном режиме, то есть как они тренировались. А что касается выступлений различных турниров, то в этом плане вообще никак, абсолютно никак. Что нас очень сильно огорчает, как родителей, но, к сожалению, перейти в какую-то другую команду нет никакой возможности. Но и плюс ко всему есть очень много проблем, которые связаны еще с тем, что чуть больше года назад соединили две городские команды, то есть это наша «Динамо» и «Смена». Их соединили воедино, то есть тут чисто идет дележка бабла, скажем так. То есть, короче, никого не касаются дети, все касаются только бабло, скажем так. И понимаете, в чем ситуация? Сейчас у нас, по сути, два тренера, но ведет у Владика, например, так как он учится во вторую смену, ведет тренировки тренер смены. И он по большей части инициативу взял в свои руки, скажем так. Тем самым команду просто спустил на дно. Я не боюсь этого слова, то есть даже если он видит это видео, то есть это уже многие наши родители говорили ему в лицо об этом, как бы, и просто команда на дне. Я как и сказала ранее, что уйти либо перейти, нет никакой возможности никуда. Тем самым желание у детей, к сожалению, отбивается. На днях я общалась с нашим тренером, с Ильей, который у нас был изначально, который сейчас ведет тренировки, но ведет их во вторую смену, там, то есть те дети, которые учатся в первую смену в школе. Еще чай подлить, сейчас подарю. Он сказал, что мы надеемся крайне, что сделают там базу, именно «Динамо», как там, как называется правильно, господи, залог называется. Да. А, да не стадион, нет, не стадион. Академию, вот Академию «Динамо», то есть, да. И возможно, все вернется на круги своя. Но я, честно, как и многие родители наши, опасаюсь того, что это будет сделано все лишь только на бумаге. То есть не больше.
И, конечно, очень бы хотелось бы, чтобы все вернулось на круги своя, потому что дети с этим тренером не особо хотят заниматься. Команда на нуле. То есть, я говорю, наверное, сейчас они будут самую простую игру проиграть, потому что просто угробить так за год, ну, чуть больше, чем за год команду, это реально нужно иметь способность, честно говорю. Это вообще... Поэтому у Владика и у многих детей, поверьте, это не только Владика, желание вообще отпадает. То есть ребенок хочет играть в футбол, но не так и не с этим тренером. Поэтому сейчас это все в подвешенном состоянии, проблему мы эту решаем. А надеюсь, что-то поменяется. А так тренировки продолжаются, Владик ходит, но не всегда, уж буду честна, то есть, да, как бы, потому что и общаюсь с другими родителями, точно такие же проблемы, как и у нас. Так, ладно, работаем, хватит топтать. Топнишка, топтун мой. А, ты чай налить? Да. Сейчас, забыла. Забылась я немножечко. Ты решил весь торт доесть? Ты решил весь торт доесть? Да. На, пей. Сейчас немножко заварится, Илюш, подожди. Чаёвник. А уменьшила Вилья, вот так тебе и надо. Еще и лезет наглую дальше. Спер Вилья кусок колбасы. Значит, я Илья уполовил. Она у него упала на коленку, а это с коленки быстро подхватил. Дружочек. Сейчас вам сварится еда, доваривается. У нас ужин. Картошка, у кого котлеты, у кого колбаса. И салатик из капусты, какая вкусняшка. Сережа жал. А та не жманая, да, еще капуста, которая там? В той миске. Да. Жмана уже? Да. Это хорошо, это класс. Потому что еще есть. Так, это Вероники у нас лежит. А я сейчас буду есть ребра. Потому что у нас больше никто их не ест. Нет, Владик, может, поглотает. Больше ребрышка? Не. Наглый, а, ну наглый! Собакен. Давай, Вера, скорее вылезай. Так, ребят, ладно, все, мы на этом будем заканчивать наш лог, потому что время уже позднее, без 15:10. Учим сейчас с Илюшей стихотворение. Кстати, вчера был такой прикол у нас. Я вчера с какой-то балды, честное слово, уже... Нет, не тоже с какой-то балды, а то, что мне просто были закинуты там шапки, моя и Вероникина, машинки. Нужно было постирать вещи. Причем вещи все у нас были теплые. То есть это куртка, шапки такие, короче, вся верхняя одежда. В итоге я закинула ей стирать, сколько у меня на этой программе стирает, короче, ну почти полтора часа, грубо говоря, там машинка, да, верхняя одежда. Что вы думаете? Остается 8 минут, ее заклинило. Я не знаю, что с ней произошло, то есть машинка работает, все хорошо, сегодня все прекрасно, стирала я это, но ее просто переклинило. И нам пришлось с Владиком сейчас ручную все отжимать. Да. Понимаете, была бы такая тряпочка, да, там, да, извините, да, кофточка, юбочка. А это все-таки такие тяжелые вещи. Мы еще измучились, да, отвыкли мы от такого. Все вещи плотные, чтобы их выжать, чтобы все не текло, извините меня. И так там пришлось все равно куртки вроде жмали, и все равно пришлось вешать в ванную, чтобы стекало в ванную. Потому что все равно это было... Никак. Так, ладно. Пойдем научить Илюше стих. Илья, ты прочитал? Да. Много раз? Один раз. Я сейчас буду мне уже рассказывать его. Надеюсь, расскажешь без запинок. И поэтому сделай все, чтобы рассказать маме без запинок его. И я иду в ванну. Поэтому всем хорошего настроения. Увидимся с вами завтра. И всем пока-пока. Пока-пока. Давай, учитай. А, ну-ка.